Устраивайтесь поудобнее, друзья, ведь впереди как минимум 90 минут захватывающего действия. Комментировать этот матч для вас будут Константин Генич и, как вы уже догадались, мой коллега Георгий Черданцев. Сегодня мюнхенская Бавария встречается с Боруссией Мёнхенгладбах. Итак, состав Баварии. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующим. Пас и удар должен последовать. Тащит Нойер. Мёнхенгладбахская Боруссия готовится исполнить угловой удар. Рафаэль. Какой был удар, но нет гола. Да, возможно, это был сейв матча. Хороший шанс узнать, что может Бавария предложить оппоненту. Новый сезон вот-вот начнется, и по его итогам команда надеется взять чемпионство. Хороший вынос мяча из штрафной. Удар! Выше ворот уходит мяч, все благодаря голкиперу. Угловой будет подавать Бавария. Защита первая на мяче. Вынос. Йосип Драмич. Это может быть опасно. Будет навес. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. К этой игре Бавария подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в лиге. Ну, хороший тренер знает, что любая победа добывается в том числе и за счет грамотной обороны. Здорово, он, конечно, поработал с командой. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Подача, чей мяч будет? Робин. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Рафаэль. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Левандовский. Себастьян Руди. Руди! Невероятный сейв! Угловой разыгрывают футболисты мюнхенской Баварии. Хватает первый на мяче. Руди! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Алаба. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Рафаэль. Азар. Хави Мартинес. Арьен Робин. Арьену Робину на разных этапах карьеры мешали травмы, но сегодня он здоров и будет одним из главных действующих лиц. Не знаю другого игрока, столь уверенного в собственных силах. 2-3 соперника перед ним — не проблема. Все равно лезет в обводку. Быть может, потому и по ногам получает частенько. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Руди. Франк Рибери. Хави Мартинес. Не торопятся они выходить на мяч. Очень плотная линия обороны получилась сейчас. Мартинес. Арьен Робин. А вот и атака баварцев. Джошуа Кимих. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Бавария подаст угловой. Рафаэль. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0.